Добрый вечер, дорогие телезрители. Как всегда, в прямом эфире программа «Спортклуб». Сегодня у нас будет очень насыщенный эфир, ведь сегодня мы поговорим о трех видах спорта. Во-первых, мы поговорим о батутном виде спорта, затем у нас будет интересная тема мини-футбола, а также мы поговорим с вами о настольном теннисе. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. В студии работает Дарья Анкехла и Степан Посельский. Да, и есть повод поговорить о батутном спорте, да, о прыжках на батуте, потому что у нас в Якутске впервые 2 апреля открылся батутный центр «Невесомость». И давайте мы посмотрим сейчас сюжет, посвященный открытию этого центра. Позади длительный поиск подходящего помещения и масштабные ремонтные работы. И вот наступил волнительный момент – открытие первого батутного центра в Якутске. И раз, два, три! Идея возникла у нас в прошлом году. Просто сейчас по городам мира все идет тренд. Именно везде очень много батутных центров открывается. И я подумал, Якутск у нас достаточно спортивный город, молодежный. И обязательно здесь у нас должен быть такой же батутный центр высокого качества. В батутном центре «Невесомость» ежедневно с утра и до вечера будут проводиться как групповые, так и индивидуальные занятия для любителей острых ощущений от 8 лет и старше. В центре располагается в общей сложности 14 батутов, отвечающие всем стандартам. С клиентами центра будут работать опытные специалисты, имеющие опыт выступления на соревнованиях по прыжкам на батуте российского масштаба. Тренера должны будут набирать группы. Вот. И там уже, начиная с основ, должны будут постепенно как бы залаживать фундамент. То есть самое главное, это не сразу там какие-то элементы именно жесткие у нас учить. То есть непосредственно именно с основ, с базовой акробатики и постепенно. Вот. С момента открытия центра идет активная запись на групповые занятия. Уже сейчас у каждого тренера, а их «Невесомости» 6, имеется уже по несколько групп. У каждого тренера по 2-3 группы уже набирается. То есть день, 4 часа, это чисто на групповые занятия будут уходить. Ну, думаю, следующий месяц уже будет половина дня, чисто групповые занятия. Чтобы чувство невесомости познало как можно больше людей, руководители центра в ближайшем будущем планируют открытие филиалов центра в Якутске и в близлежащих районах республики. Спасибо большое нашему корреспонденту за такой очень интересный сюжет. Ну а мы продолжаем наш эфир. И перед тем, как перейти непосредственно к нашим гостям, мы для вас, дорогие телезрители, подготовили небольшую викторину. Если вы знаете правильный ответ, вам необходимо будет позвонить по номеру телефона 42-38-97. А вопрос, конечно же, будет посвящен батутному спорту. Итак, с какого года батутный спорт вошел в олимпийскую программу? Итак, с какого года батутный спорт вошел в олимпийскую программу? Если вы знаете правильный ответ, звоните к нам, не стесняйтесь. И вы обязательно получите вот такую именную карту батутного клуба «Невесомость», а также возможность позаниматься и попробовать, что же такое невесомость на батутах в течение часа. Бесплатный час будет у вас. Звоните. В кармане, да? Да, в кармане. Звоните. Да. И давайте познакомимся с нашими гостями. Итак, Иннокентий Давыдов, исполнительный директор батутного центра «Невесомость», и, собственно, Анатолий Галушко, инструктор батутного центра, опять же, «Невесомость». Здравствуйте. Здравствуйте. Иннокентий, скажите, с чего вдруг возникла такая идея создания именно батутного центра в Якутске? Какова была потребность и вообще кому принадлежит эта идея? Ну, в прошлом году наш партнер Иван предложил мне открыть батутный центр. Он съездил по городам. Ну, путешествовал Москва, Питер, увидел, что есть батутные центры, и они достаточно популярны в России. Ну, вот предложил мне идея мне очень сразу понравилась. Так, ну, вот так и началось наше движение, открытие батутного центра. То есть на подготовку у вас ушло около года? Да, получается так. Полгода мы искали здание, в декабре нашли, начали подготовку, проект, и вот буквально неделю назад уже запустились. Мне кажется, немаловажная тема инвентаря. Но, наверное, это достаточно сложно приобрести его. Его, наверное, где-то заказывают в специализированном учреждении. А как проходил весь этот процесс подготовки? Конечно, мы под наше здание заказали проект. Проект, который обеспечит большую проходимость людей и безопасность. Фабрика батутов. Есть такая организация, которая хорошо продвигает по России. И почти в 50 городах они построили большие батутные арены. Вот они нам по нашему заказу сделали проект. И в дальнейшем мы заказали у них целую арену готовую.
Да. Вот представление любого человека о прыжке на батуте, да, ну, человека, который не очень сильно, да, знаком с батутным спортом, да, это кажется просто развлечение, да, но на самом деле это ведь не просто развлечение, это еще и физическая нагрузка достаточно серьезная, да, и вид спорта, даже олимпийский вид спорта. Расскажите, пожалуйста, вот, наверное, к нашему инструктору, да? Анатолий. Да, ну, конечно, батутный спорт – это очень такой своеобразный именно спорт, очень красивый сам по себе. Вот сами, наверное, видели эти зрелищные прыжки. Ну, а тренировка, да, там именно все мышцы тела очень сильно работают. Когда, то есть, прогинаешь сетку, и на вылете тебя батут выплевывает, просто надо всему напрячься, чтобы ось никуда не сместилась и вылететь как бы ровно вверх. Ага, ну и при этом еще и очень как бы координация развивается. То есть это достаточно такие серьезные нагрузки, да, физические? Да, конечно. И если человек имеет какие-то отклонения в здоровье, там, то ему нежелательно. Ну вот возникает отсюда вопрос, всем ли можно заниматься и прыгать на батутах? Потому что многие думают, что да, это все очень смешно, да, попрыгали, повеселились. На самом деле это тяжелая физическая нагрузка для всего организма. Какие есть ограничения? Да, конечно. Ну, прежде всего, я думаю, это возраст. То есть если человек старый, то какие-то проблемы с суставами, то ему точно нельзя. Ну, тоже. Там мы вообще берем с 3 лет детей заниматься, ну, присутствие как бы взрослых именно сопровождающих. Ага. А если со здоровьем, там, ну, самое главное, чтобы сердцем все было хорошо, потому что кардионагрузка очень, ну, такая хорошая. Да, и, насколько я знаю, тоже со спиной тоже проблем не должно быть. Да, ну, я говорил, суставы. Да. Вот, да. Нагрузка на суставы идет очень большая, поэтому как бы желательно, чтобы ничего не было такого с суставами. А скажите, пожалуйста, Иннокентий, немаловажно же ведь, чтобы за всем этим происходящим весельем на батуте следили опытные тренера. Где вы их набрали, насколько они опытные? И ведь это все-таки достаточно травмоопасный вид спорта, и, возможно, травмы на батуте. Надо, ну, в любом случае это осветить, да? И как тренера, откуда мы их взяли, и кто у нас следит за безопасностью? Так, ну, когда открывали батутный центр, да, возник такой вопрос, где мы возьмем квалифицированный персонал. Разместили объявление, и сразу хлынул поток желающих. Первым был Анатолий Галушкин, которого мы, конечно же, приняли, провели собеседование. Оказывается, у нас очень много спортсменов, которые на уровне России выступают, имеют разряды мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта. Ну, и... Кстати, Анатолий у нас является чемпионом России по трекингу, да, ну, такой своеобразный тоже вид спорта, экстремальный, скажем так, да. Что такое трекинг? Трекинг – это такая зрелищная смесь, получается, акробатики и боевых искусств. И немного брейк-данса, скажем. Ну, то есть оно имеет отношение к батуту? Да, это сложный координационный вид спорта, и все вот эти элементы, какие-то винты, там, сальто тоже, их лучше всего отрабатывать на батуте. Это более безопасно, чем там, ну, на обычной твердой поверхности какой-то. Да, и насколько я знаю, вот прыжки на батуте, да, полезны не только, вот, скажем, да, просто для поддержания физической формы, но и для профессиональных спортсменов и людей, которые занимаются другими видами спорта, так как то, там, не знаю... Сноуборд. Да, сноуборд, еще другие виды спорта. Лыжники отрабатывают. Да, да, потому что у всех вот этих видов спорта, у них как бы... Их обобщает то, что есть какие-то движения именно сложные в воздухе. То есть, и где их отрабатывать? Прыгать с трамплина сразу или как? Лучше, конечно, на батуте, просто в каком-то специально подготовленном зале с матами все это отработать, а потом уже перенести на улицу там или куда-то. Ну и развивает вестибулярный аппарат, наверное, да? Да, да, и координацию движений. Это самое главное на батуте, это в первую очередь развивается уже. Вот, кстати, можете продемонстрировать координацию движений? Без проблем, давайте. Без батута, правда, но я надеюсь, вы опытный товарищ мастер. Да, давайте посмотрим. У нас немного времени остается до рекламы, да. О, боже мой. Отлично. Ну, то есть, в принципе, такому возможно научиться, занимаясь и на батуте, правильно? Да, конечно. Да, а насколько быстро происходит прогресс, да, вот детишки приходят, занимаются, и сколько времени займет до того, чтобы там ребенок начал уже там прыгать, как вы, например? Ну, не совсем как вы, конечно, но, может быть, уже какие-то появились. Ну, прогресс, да. Давайте я отвечу так. Я сам именно занимался, то есть, на твердой поверхности. И пока не было батутов, прогресс шел очень медленно.
Ну вот. И получил, наверное, достаточно много шишек и синяков. Да, травмы, конечно, были. Падая на плоскую, да, поверхность. А вот когда именно появляется такой спортивный снаряд, скажем, батут, прогресс идет, я не знаю, в раза два, наверное, быстрее. Все отрабатывать проще, конечно, и вообще без проблем. А какой толк от прыжков на батуте именно для детишек? Да, в чем, скажем, полезность прыжков? Помимо того, что это весело им будет. Когда человек взлетает в воздух и получает чувство невесомости, вот в этом вся радость, все веселье. Вот у нас половина такого посетителей, наверное, дети с родителями. Они очень довольны, уходят вместе с родителями. Ну и насколько я знаю, прыжки на батуте, это отличный способ привлечь ребенка в спорт, потому что вроде ребенок приходит прыгать просто на батуте, а на самом деле он занимается спортом, и достаточно таким, скажем, серьезным видом спорта, потому что нагрузки получает ребенок достаточно большие, насколько я знаю, и впоследствии уже может заниматься другими видами спорта или, опять же, пойти в профессионалы на батутном. Ну, конечно, спорте. Да, это может быть основой, как основа физической подготовки. То есть в любом случае, попрыгав около часу, наверное, для первого раза достаточно и час попрыгать, А на следующий день полностью ощутишь, да? Да, конечно. Все даже мышцы тела. Для неподготовленного человека час – это очень много. Даже и, насколько я знаю, девушки тоже достаточно активно пользуются прыжками на батуте для того, чтобы… фигура, чтобы была получше, скажем. Да, у нас есть такая программа «Фитнес на батутах». Два тренера у нас набирают группы как раз. Уважаемые телезрители, можете записаться по телефону 703-423. То есть можно еще и похудеть. Точно. Ну что ж, к сожалению, время у нас ограничено. И мы надеемся, что ваш батутный центр найдет своего зрителя и любителя. И, конечно, возможно, у нас появятся новые спортсмены, которые поедут на Олимпийские игры. Мы желаем вам удачи. Спасибо большое, что посетили наш эфир. А мы продолжим наш эфир после короткой рекламной паузы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Всего хорошего. Встретимся ровно через 2 минуты. Мы продолжаем прямой эфир программы «Спортклуб». И в первом блоке мы поговорили с вами о таком интересном виде спорта, как батутные прыжки на батуте. И у нас была объявлена небольшая викторина для вас, дорогие телезрители. Вопрос был следующий. С какого года прыжки на батуте вошли в программу Олимпийских игр? У нас есть 3 победителя, которых сразу же, наверное, молниеносно позвонили к нам по номеру телефона в прямой эфир и ответили правильно. А правильный ответ звучал следующим образом. В 2000 году. Итак, победители у нас Аксения Иванова. Кстати, побеждает не первый раз в нашей викторине. Умничка. Дальше Татьяна Ковальская и Леонард Рахлеев. Поздравляем победителей. Вам обязательно достанутся вот такие именные карты батутного центра «Невесомость». И уже у вас есть возможность попробовать прыжки на батуте в течение часа бесплатно. Поздравляем. Да, поздравляем. И, конечно же, переходим к следующей сейчас теме. Потому что у нас... горячая новость. Завтра у нас в Якутске, в спорткомплексе «Дахсун» состоится якутское дерби. Большой матч. Заря Якутск, Алмаз Алроса, город Мирный. Ну, что сказать. Давайте посмотрим сюжет. В эту субботу мини-футбольный клуб «Заря» завершает сезон самой громкой вывеской якутского мини-футбола. «Заря» против мирнинского «Алмаз Алроса». Это будет заключительный домашний матч для столичного клуба, который переживает непростые времена. Команда находится в стадии обновления состава, и именно этим можно объяснить итоговое 10-е место в турнирной таблице высшей лиги чемпионата России. Сегодня «Заря» на 90% состоит из воспитанников якутского мини-футбола. Команда молодая, и ей не хватает опыта выступлений на высоком уровне. Но надо сказать, что клуб вырастил уже 2 игроков, Сергея Волошина и Афанасия Федорова, которые сегодня выступают в самом высоком дивизионе России Суперлиги за команды «Спартак» и «Прогресс». Так что ребята в «Заре» под руководством тренера Олега Марченко прогрессируют, и это очевидно. На фоне «Зари» же коллектив из алмазной столицы выглядит намного более опытной и искушенной командой, но дерби есть дерби, и предсказать исход матча будет нелегко.
Якутские болельщики, конечно, привыкли наблюдать за свои любимые клубы в борьбе за медали. Однако в этом сезоне ни «Заря», ни «Алмаз Алроса» не вышли в стадию плей-офф. Таким образом, якутское дерби становится еще более горячим событием для двух команд. Ведь победа над принципиальным соперником всегда дарит большое количество положительных эмоций, которые так важны в концовке чемпионата. Также стоит отметить, что впервые матч высшей лиги чемпионата России по мини-футболу примет спортивный комплекс «Дахсун», где специально к матчу был постелен паркет. Так что все желающие смогут в комфортабельных условиях поболеть за любимую команду. Итак, ну очень интересный сюжет, ну, наверное, необходимо обсудить его в студии. Ну и, конечно, мы пригласили в студию президента мини-футбольного клуба «Заря». Встречаем Павел Евгеньевич Кузьмин. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел, добрый вечер, да? И, конечно же, первый вопрос, это матч, конечно, завтрашний матч. Мы хотели, конечно, пригласить и футболистов, да, наших ребят, но все сейчас на раскатке, насколько я знаю, все готовятся к завтрашнему матчу. Что нам ждать? Да, все ли здоровы, как настроение перед матчем? Да, действительно, сейчас все на раскатке находятся, в спорткомплексе «Дахсуни». Ну, пользуясь случаем, всех приглашаю на матч, вход свободный, трибуны, в принципе, готовы, площадка помыто, так что всех любителей мини-футбола ждем в 19:00 завтра. А ребята все живы, здоровы, слава богу, все, в принципе, настроены и готовы к этой игре. Ну, вдобавок скажу, что, по сути, эта игра ни мирному, ни нам, как бы, продвижение по турнирной таблице роли не играет. Она, скорее всего, будет принципиальная. Действительно, дерби. Ну и матч покажет, кто... Все, кто знает, что такое «Алмаз» и «Заря», да, это всегда бывают очень жаркие встречи, всегда очень много борьбы, очень много голов тоже бывает, да. Павел, ты сам и играл за «Зарю» и не один сезон, скажем, да, ветеран. Есть скажи, чем сравнить, вообще? Скажи, пожалуйста, вот самые памятные дерби, которые у тебя на памяти, да, и, может быть, уже в качестве, когда вратаря. В каком году это было? Ох. Тяжелый вопрос. Как бы вспомнить. Они всегда были очень жаркими, да? Да, если меня не обманывает память, по-моему, в 2000 году, насколько я помню, весенний турнир был, проходил «Полярная», газеты «Полярная». Не знаю. «Звезда». Честно, наверное, «Звезда», да. Не помню. Ну, «Полярная». Или «Спортивная Якутия». Какой-то газеты. Официальный турнир проходил, 50 лет победы. Тогда мы в финале играли с тем же «Алмазом» «Алроса». Да, достаточно хорошо, по-моему, сыграли. Насколько я помню, 3-2 выиграли. Заняли первое место. Почему запомнилось? Меня признали лучшим вратарем. Логично, да? А скажите, пожалуйста, вот мы сейчас находимся на 10-й строчке, да? А с чем это связано, как вы думаете? И, конечно, наверное, многие любители футбола надеялись все-таки занять повышенную позицию, да? 10-я строчка из 13 команд, если мы не ошибаемся, да? Да, что происходит в клубе? В клубе, меняется. Клуб полностью меняется. Полностью стараемся перейти на игроков местных воспитанников нашей школы мини-футбола. Так скажу, что в начале сезона покинул клуб Волошин Сергей, который ушел в Дину, московскую Дину, команду Суперлиги. Ну, сейчас в настоящее время играет в Спартаке. В течение сезона покинул клуб Федоров Афанасий, перешел тоже в команду Суперлиги, глазовскую команду «Прогресс». Также ушел Адамов Рома, который перешел в Санкт-Петербургский политех. Ну, то есть это на повышение ребята все? Да, они перешли в достаточно хорошие профессиональные клубы, после которых они, наверное, наберутся очень много опыта, не как физически, а больше технико-тактических, и понятие мини-футбола, наверное, будет их преобладать то как-то. Для клуба «Заря» это не такая прям потеря, да, от которой прям сожаление. А все-таки есть такой момент, что наши ребята переходят совершенно в такие большие клубы, и прогресс есть. Прогресс есть, да. Это впервые в истории якутского мини-футбола, прямо скажем. Да, Афанасий Федоров и наш Сергей Волошин тоже
перешли в такие большие клубы. Я думаю, что это большой успех для нашего мини-футбола. Да, но мы их ждем обратно. Они должны вернуться. Они нам нужны здесь, да? Они должны вернуться и в следующем сезоне усилить наш клуб, чтобы мы поставили конкретные задачи выиграть эту лигу и, может быть, выйти в Суперлигу. Ну, я знаю, что вы сейчас активное внимание уделяете именно детскому мини-футболу, и все-таки у вас, наверное, поставлена такая одна из главных целей – это воспитать именно готовых спортсменов вот именно с малого возраста. Расскажите, как вы пропагандируете именно футбол в детях? Да, детский мини-футбол. Детский мини-футбол. Ну, секция, она есть, работает. В начале мая мы хотим провести турнир детский, собрать, наверное, не знаю, сколько получится, может, команд 10-15 детских именно школьников, первоклашек. Все это хотим провести, может, на территории Дахсуна, спорткомплекса. Вас пригласим, чтобы вы это все засняли, все это красиво как-то оформить, сделать детский праздник. И думаю, что таких праздников будет больше, больше, больше. А что касается детского мини-футбола, то он у нас развивается очень хорошо, и в городе очень хорошо развивается. Вот команда недавно приехала, детская школьная команда, ездила на мини-футбол в школу. Есть такая программа. Заняла 3-е место. Да, федеральная программа большая. Федеральная, да. Программа. Также по 2 возрастам ездили команды на первенство России, финальную часть. Только, к сожалению, что в призы не попали. А съездили, обкатались. В принципе, неплохие результаты показали. Да, посмотрели, себя показали, так скажем. Ну, есть над чем работать и к чему стремиться. Да, Павел Евгеньевич, насколько я знаю, вы на базе мини-футбольного клуба «Заря», да, сейчас вы набираете ребят уже совсем маленького возраста, чтобы уже с самых малых лет уже закладывать основы футбола. Это очень важно для того, чтобы спортсмен состоялся уже как профессиональный, да, футболист. С какого возраста? С 3 лет. Уже с 3 лет. Я бы, наверное, сказал так, что это, да, футбол, это там залаживается, чуть-чуть дается, все это хорошо, любовь прививается, да. Но в основном это, наверное, скорее всего, в таком возрасте, это всестороннее развитие. То есть, физически просто физкультура, да? Да, физкультура, дополнительная физкультура, любовь к спорту, чтобы с детства была в физкультуре. А дальше, я думаю, покажет, кто будет профессионально этим заниматься, кому это понравится. Кто-то вот просто... Вам как кажется, со скольки лет вот ребенок уже начинает постигать азы, скажем, футбола? Да? Потому что это командная игра, достаточно сложная игра. И для того, чтобы играть на высоком уровне, нужно... Ну, об этом трудно говорить. Я думаю, что это все равно... Индивидуально. Индивидуально все происходит. Потому что я сам лично ими занимаюсь, да, детьми. Могут дети быть разные. В 3 года он может играть, шустрить, обыгрывать, понимать что-то, бить, забивать, да. А пройдет какое-то время, 2-3 года, и рост его может остановиться. Это все зависит индивидуально от ребенка. В таком возрасте мы не можем даже сказать, что из него может вырасти и получиться. Скорее всего, время покажет. До подросткового возраста. В подростковом возрасте уже можно определенно говорить, будет ли ребенок дальше прогрессировать и играть. Да. А Павел Евгеньевич, скажите, пожалуйста, возвращаясь к теме завтрашней встречи, вообще существует ли дружба между вот футболистами, ну конкретно между командой «Заря» и «Алмаза»? Да, какие отношения, скажем? Да, помимо лично. Именно игры, вот вне этого, вы общаетесь, дружите или все-таки вы все равно соперники? Соперники мы, наверное, в первую очередь на площадке, да, жизни мы, наверное, все друзья. И с Мирным у нас очень хорошие, теплые отношения. У нас ребята там играли. Тот же Александр Дришт играл, выступал за Мирный. Наш воспитанник, который начинал в «Заре», Андрей Калачев, тоже заканчивал, так скажем, где-то серединку свою провел в «Алмазе». Как бы... У нас сейчас играет Алексей Костенко, который тоже, в свою очередь, играл в «Алмазе», и сейчас у нас играет. Как бы футбол же он такой, все переплелись, все общаются, все дружат. Ну, на площадке друзей нету. Есть конкретная цель, есть мяч, есть ворота. Да, насколько я знаю, вот если выиграть дерби, да, домашнее дерби, домашний матч, то сезон провальным считать практически нельзя. Ну, это, конечно, в шутку, но...
Доля правды в этом есть. Масса удовольствия точно получим. Да. И какую-то долю удовлетворения. У нас совсем немного времени, буквально минута, да, последняя. Вот на следующий сезон какие цели ставить? На следующий сезон, ну, было совещание, да, в МФР по высшей лиге. Они чуть-чуть изменения внесли. У нас больше будет футбола домашнего? В Якутске. Больше он будет, если мы попадем в стадию плей-офф, и тогда пришли к тому выводу, что стадия плей-офф, финальный этап, он должен проходить с выездами, то есть команда обязательно должна приехать и в Якутске играть, да. Итак, спасибо большое, Павел Евгеньевич, что осветили нам мир, именно футбольный мир нашей республики. Ну что ж, не забудьте завтра посетить обязательно спорткомплекс «Дахсун» в 19:00. Ну а мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. В прямом эфире передача «Спортклуб». С вами Степан Посельский и Дарья Кехова. Ну и третий блок нашей программы сегодня мы посвятим настольному теннису. И неспроста, потому что именно 6 апреля в нашем городе отметили Всемирный день настольного тенниса. Это достаточно молодой праздник, потому что его начали отмечать всего лишь с прошлого года. И у нас сегодня в студии очень интересные гости, которые расскажут о настольном теннисе в нашем городе практически все. Да, давайте представим наших гостей. Аркадий Никифорович Иванов, старший тренер Республики Саха-Якутия по настольному теннису среди школьников. В спортивной форме, скажем, да, как старший тренер. И Василий Трифонович Данилов, ветеран спорта, энтузиаст настольного тенниса. Да. Наверное, все теннисисты знают наших гостей. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как прошел этот праздник? Почему вдруг вы решили его отметить? Отмечали ли вы его в прошлом году? Насыщена ли была программа? Ну, осветите, пожалуйста, что же было у нас 6 апреля в городе. Добрый вечер. Ну, несколько слов о самом празднике. Он, как вы сказали, он молодой праздник. Он был основан в 2015 году, когда Международная федерация настольного тенниса обратилась с предложением в Международный олимпийский комитет в этот день отмечать Всемирный день настольного тенниса. НОК принял данное предложение, и вот с тех пор, третий год, мы отмечаем Всемирный день настольного тенниса. Почему именно этот вид спорта был выбран, как, скажем, вот такой день был назначен? Ну, я полагаю, что МОК все-таки имел в виду, что настольный теннис – это самый доступный, самый массовый и самый демократичный вид спорта. Что касается доступности, это, значит, теннисный стол можно поставить везде. У себя дома, на даче, в школах, учреждениях культуры, в скверах, везде, да? Можно везде поставить и можно поиграть. Вот. Очень рад отметить, что наши теннисисты тоже не остались в стороне от данной акции. И в нашей республике уже второй год мы отмечаем данный праздник. Со всех улусов городов идет информация о том, кто, где, как, скажем, встречал вот данный праздник. Информации очень много. Я хотел бы выделить вот два момента. Во-первых, мы хотим, значит, выразить слова благодарности директору средней школы номер 2 города Якутска Семенову. По инициативе вот нового директора исполкома Федерации настольного тенниса Республики Саха-Якутия Михайлова Любомира Николаевича, там, значит, было проведено, скажем, такие грандиозные мероприятия. То есть теннисное соревнование по настольному теннису, да, в котором приняло участие 360 ребятишек. Ничего себе. Это в одной школе, представляете? А сколько у нас школ? Ну, конечно, не все школы провели, но вот этот опыт заслуживает очень большого внимания. То есть вы хотите в дальнейшем распространить вот этот опыт на улусы, на всю республику, на все школы? Обязательно. Не только школы, скажем, да, но и везде, где можно, скажем, отмечать этот праздник. Поиграть в теннис, да. Ну, то есть соревнования можно провести и среди трудовых коллективов, да, и среди профсоюзов. Там. Что касается меня, я тоже не остался в стороне. Вчера я выехал в село Первых мостах Намского улуса на соревнования между, скажем, по месту жительства. Там было 5 команд. И взял я с собой в напарники трехкратного чемпиона Дальневосточного федерального округа среди юниоров Михаила Клобысова. Мы там прочитали беседу о развитии настольного тенниса,
провели мастер-класс, и затем был проведен вот этот турнир по настольному теннису. То есть вы вот уделяете так также большое внимание пропаганде именно, да, настольного тенниса. Вспоминая свое детство, кстати, я помню, что практически в каждых школах, тем более я жила не в городе, а жила в небольшом поселке, у нас стоял настольный теннис. И весь класс у нас занимался настольным теннисом. Но каковы сейчас, как обстоят дела сейчас среди школьников? Это, наверное, вопрос к Аркадию Никифоровичу. Настолько же он популярен, как, допустим, в мое детство 20 лет назад? Стоят ли настольные столы по настольному теннису в школах сейчас? Или все-таки немножечко это уже ушло в далекое прошлое? Нет, нет. У нас, если в республике культивируется 43 вида спорта, то значит, настольный теннис входит в четверку первую. После вольной борьбы, волейбола и легкой атлетики, вот настольный теннис занимает по массовости, вот, занимает четвертое место. И в 27 улусах и городов республики имеются в ДЮСШ вот секции настольного тенниса. И в них работают 52 тренера. Ну и если у нас раньше мы проводили первенство республики по трем возрастным категориям, как в России в ДВФО, то сейчас с этого года мы стали проводить еще и четвертый возраст ввели, самый младший, это 2008-го и моложе. То есть ребятам? Ну, которые учатся в первых классах и младше. Они уже играют, да? Да, они уже играют. Вот, они на профессиональном уровне. Да, они уже на уровне республики соревнуются, вот, проводят соревнования. А вот если есть массовость, да, то обязательно должна быть, скажем, то должны появиться и результаты, да, вот насколько хороши результаты. Если нам чем гордиться, последние такие более яркие результаты. Ну, у нас, если мы юниоры, юноши занимали в 2014 году, в 2016 году в командном зачете первое место в Дальневосточном федеральном округе, то в этом году впервые мы заняли первое место среди девушек, вот, юниорок. И в командном зачете, и в личном разряде заняла Лыпахова Екатерина из города Ленска первое место. И если мы в прошлом году эти юниоры заняли 6 призовых мест на Дальнем Востоке, то в этом году 9 призовых мест. И по кадетам тоже, которые у нас прошли Комсомольский на Амуре, там в прошлом году мы заняли всего лишь 2 призовых места, то в этом году 5 призовых мест. И надеемся, что среди мини-кадетов, которые пройдут, первенство Дальнего Востока пройдет в городе Якутске здесь. Кстати, вот совсем на днях, да? Да, на 14-16 апреля в спорткомплексе Дохсун. То надеемся, что наши ребята тоже хорошо выступят. Василий Трифонович, скажите, пожалуйста, вот существует, ну как, народная мудрость, может, да, что в теннисе играют ракеткой, а побеждают все-таки головой. То есть это достаточно, ну, не просто вот ракеткой помахал. Тут в любом случае нужен интеллект. Здесь нужна, видимо, наверное, какая-то тактика, да? Вот какие качества настольный теннис, ну, вроде бы, как бы такой несложный вид спорта, какие качества он развивает в человеке? Ну, прежде всего, это физическое качество, это координация движения, это ловкость, это реакция, это быстрота движения, да, это само собой, да. Но в то же время нужно думать головой, как вы сказали, потому что там нужно тактически мыслить, скажем, да, переиграть соперника, там очень нужно хорошенько подумать. Не просто так бить, скажем, справа-слева, да, а нужно подумать, какую тактику выбрать, какие сильные стороны у соперника, надо все знать. Поэтому в этом в нашем виде спорта это с виду кажется простой вид спорта, но на самом деле это сложный вид спорта, поэтому нужно не только руками махать, а головой думать. Да, насколько я знаю, вы и сейчас тоже очень часто, да, стоите, ну, играете, да, конечно, в настольный теннис. Конечно, это, наверное, каждый день. А сколько раз вы занимаетесь? Я вообще занимаюсь настольным теннисом 50 лет. 50 лет. Это было в далеком 1967 году в моем родном районе Сунтарском, в селе Жарком, да, я впервые взял в руки книгу, тогда ракеток еще не было. Впервые узнал, что такое настольный теннис, и шарик взял, да, и ударил первый раз по мячу. С тех пор прошло 50 лет, но я до сих пор не отрывая ракетку от рук. А постоянно. За 50 лет достигли совершенства или
Совершенству нет предела. Ну, я сейчас уже в возрасте, поэтому я сейчас соревнуюсь среди ветеранов, но я постоянно занимаюсь, неделю два раза схожу в спортзал, это обязательно, и принимаю участие во всех, скажем, спортивных мероприятиях. Слово сказать, когда я даже бываю за рубежом, я всегда с собой вожу ракетку, спортивную форму. Да, вот. И насколько я знаю, вы недавно были в Корее, да? Вот расскажите, пожалуйста, про эту поездку. Да. В Южной Корее всего ли я был два раза. В 2015 году я был, да, в мае месяце. И в этом году, в январе вот этого года тоже был, да. Я тут же нахожу спортивный зал, теннисный зал, да. И туда хожу и тренируюсь. Там я нахожу своих, скажем, единомышленников. Спорт, язык спорта – это общий язык. Поэтому с ним можно в любое время найти общий язык. Я в этом году поиграл с 4 корейцами, и всех их, у них всех выиграл. Так что они подружились, общие. По своему возрасту или чуть помоложе? Да. Ну, примерно моих лет. 50-60 лет. То есть они узнали о якутской школе настольного тенниса? Хотя они по-английски не совсем понимают, но жестами и так далее мы все понимаем друг друга очень хорошо. И то главное, что поняли, что мы сильны в настольном теннисе. Да, и насколько я знаю, вот в Азии, да, очень сильная школа, да, настольного тенниса, они лидеры в мировом, да? В Азии проживает где-то около 4 миллиардов человек, да. И настольный теннис это в Азии очень сильно развит. Китай, Южная Корея, Япония, Гонконг, Сингапур, они задают моду во всем мире. Во всех чемпионатах мира, Олимпийских игр они занимают. Ну и насколько я знаю, мы тоже перенимаем у них опыт, да, вот продвижение этого вида спорта. Ну, у нас проведение международных спортивных игр «Дети Азии» очень нам даже помогает. В связи с проведением мы уже в 2012 году 4 раза выезжали в Китай. Проходили учебно-тренировочные сборы. И вот в 2015 году, в 2016 году мы 3 раза выезжали. И хочу сказать, что те ребята, которые защищали республики Деток Азии, вот они и занимали первые места первенства ДУФО. В этом году то же самое. Девочки, вот, которые Лыпахова Катя, также Катковец Аня и Федорова Арина, вот они как раз защищали Игры «Дети Азии» дают такой толчок, да, к развитию. Хорошо, очень мощный вот толчок дает. Ну, а скажите, пожалуйста, а ребятишки, вот много ли детей начинают заниматься, а потом пропадает, наверное, интерес? Или все-таки настольный теннис, он затягивает? Ну, для начинающих, зависит, наверное, от того, что какие условия, какой подход, какой тренер. Все это имеет значение, поэтому начинающих много, но со временем все равно отсеивается. И остаются самые лучшие, самые преданные, которые полюбили настольный теннис. Итак, спасибо большое, дорогие гости. Я надеюсь, что настольный теннис у нас в республике был, есть и будет. И мы желаем вам дальнейших успехов. Ну а время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Мы, Степан, не прощаемся с нашими телезрителями. Увидимся на следующей неделе в это же время на этом же канале. Всего хорошего. До свидания.